ничего не знаю и знать не хочу. Они не хотят слушать о церкви. Для меня понятие церковь – это без разницы. Если бы они захотели, они бы... Какой патриархи она относится? Если у тебя есть боль, ты хочешь передать ее другому. Ну, это Иегова спонсируется со стороны США. Она сама как история вся даже. О, гляньте, гляньте, это сектанты построили, американцы им помогли. Благодаря этому камню мы можем взять... и сделать, скажем, отделочные работы в церкви. Появляется Марса Скоротилы. Был членом партии, он был атеистом. А у него там, скорее, симпатия до религии. Мы просто убивали за веру в Бога. Влиять на общество мы только сможем своей солью и светом. В коем случае не допускать их к общественной жизни. Неправильные преподнесенные программы, которые нанесли на людей страх, что там зомбируют, там плохо. Вот я сплю здесь. Женщина вот здесь. Он дал им великое поручение. Идите и проповедуйте Евангелие по всему миру. Я вообще не считал за людей. Я считал, что это просто образ каких-то общества. Что они вообще недостойны жить. Поэтому мы остаемся никем. Ходим по бакам, кушаем пищу. Даже вот этими делами милосердия, благотворительностью мы проповедуем Иисуса. Вот это вот единственное, что церковь спасает. Таких дуже багато людей в місті Херсоні, в Херсонській області, яким просто реально церква допомагала і допомагає. І коли ми пройшли, то церква була на вулиці. Ми благословляємо, Господь, всіх живущих в этом городі. Впереді юбілейного на ступеньках, 11 градусів мороза. Моє желання і ревність була, щоб в нашому городі була мощна, живая, огромная церковь. Поздравляю великое поручение с 20-летием. Просто вкладывать в них свою любовь, веру в Бога, просто передавать это. А вы как?